Оп. Ух, как я лечу, какая лягушка летающая, квакушка. У меня должен быть запасной парашют. Где он? Чего не открывается, гад? Ё-моё. Это было жестковато немножко. Всем привет, дорогие друзья, в новом канале Лорд Воду Железное Сердце. Мы сегодня играем GTA 5. Давненько у нас не было новых серий. Сегодня Бендер покажет все, на что он способен. Надеюсь, вы поддержите его своими лайкосиками. Не забудьте подписаться, конечно, на канал. И Бендер сейчас вам покажет. Короче, мы сегодня в GTA 5, и мы будем использовать с вами супер какую-то трассу, рампу. Я не знаю, как ее назвать, эту хрень. Ну, я думаю, у нас все получится. В общем, садимся на этот тазик и поехали кататься. Так, все, сели. Так быстро. Прям телепортировался у меня, немножко не влазит голова. Но это не страшно. Голова-то, в принципе, не мешает для того, чтобы разогнаться. Следует прыгануть, и куда мы с вами приземлимся, я даже не знаю. Я первый раз езжу по этой трассе. Ой, по-моему, что-то промахнулись куда-то. Мы, наверное, должны были вон туда попасть. Мы чуть не попали. Ладно, 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 ладно. Сейчас приземлимся на колесики. На колесики, давай, давай, давай. Хватит кувыркаться, хватит, хватит. Колеса! Yes! Ё-моё, чё нас так колбасит-то? Чё творится с нашей машиной? Это хрень какая-то. Блин, я не рассчитывал на такой поворот-то. Мы как будто летаем с вами. Ё-моё. На геймпад брать в руки. Вот это да. Да уж, вот это вот действительно поворот, так поворот. Так, нам надо найти друга. Я так смотрю, у Бендера плохо получается справляться самому. Нам поэтому нужен помощник нашего водоплавающего друга. Сейчас мы его найдем, может он здесь, может... Вылазь, давай, теряешь. Фух, молодец, отдышался. Так, давай, вызывай друга своего, вызывай, давай. Что, говоришь, нужна помощь? А, ну окей, все, сейчас я, сейчас приду. Так, мне тут помощь нужна. Ну-ка, такси, давай, 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 сажусь. Давай, веди меня к другу. Так, так, чувак ушел, все. Надеюсь, он не будет переживать. Поехали, поехали, че ты? Давай быстрее, на красный поехали. Чу, стоять еще будем. Все, едем. Так, спасибо. Все. Так, где мой тот друг? Так, может где-то здесь прячется? Сражаться будешь со мной? Да ты че? Ты знаешь, что такое? Да я же вообще лягушка. Квакушка. У меня друг Бендер есть. Я че в яму собрался? Оп! Я сейчас в яму-то уложу. Лежи, я сказал, в яме. Все. И не вылазь. Он встает опять, а? Ты че, не понял, что ли? Я сказал, в яме лежать надо. Вот так. Всем другой разговор. От меня уже что-то полиция разыгрывает. А где Бендер? Полиция. Так, полиция, полиция. От полиции мы куда-нибудь должны спрятаться. Сюда в яму, наверное, сядем. В яму. Оп, оба! Гляньте, они полицейские преследуют нас. Ё-моё. Давай, окольными путями. Ах, ты не догонишь, не поймаешь. А я очень резвый. Я очень резвый лягушонок. Сейчас я буду прыгать куда-нибудь. Да прыгать. Ё-моё, стреляют. Стрелять собрались, что ли? А мы сейчас окольными путями их обдурим. Оп, наверх, давай. Я лягушка. Я лягушка. Оп, вот сюда. Оп, и прячемся. Все. Здесь отсидимся. Где-то должен быть мой друг Бендер. О, ты, ё-моё. Бендер, я не ожидал. Я прям испугался тебя, а, слушай. А, пошли. Че там говоришь? Ты че, тетя? Ну-ка. Вообще не культурная какая. Бендер, что вы мне снимаете, а? Алло, пошли вон. Бендер, сюда, сюда иди. Бендер, алло, кибернетический организм, ну-ка сюда иди. О, наконец-то, добрался. Все, говоришь, там гонка у тебя, да? Гонка, гонка, гонка. Погоняем, пошли. Аппарат возьмем с собой? Ну-ка добей.
Все, она не отвечает. Тут еще качки где-то занимали, давай. На! Что у меня такой тут удар-то тяжелый, а, Бендер? Качки? Чуть ни одного качка нету, а. Как назло, когда хочешь с кем-нибудь помериться силами, и никого нету сразу. Все, уходим, уходим, уходим. Идем с тобой, с тобой. Давай, давай, давай. Все, Бендер, пошли. Пошли, 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 пошли. Пока полиция не пришла, лишние проблемы нам не нужны. Так вот на этой тачке пойдем. Так, так, садимся. Бендер, давай. Давай, веселый друг. Веселый друг, поехали. Все, я тебя отвезу. Отвезу тебя туда прям, на твой суперрампическую рампу. Так, ну что, друг, вроде мы приехали туда, куда ты хотел. Мы должны тут что-то сделать. Давай, разгоняемся. Не, давай в другую сторону. Ты туда, я знаю, уже ездил. Сгоняем в другую сторону. Вот сюда едем, значит. Так, сейчас будет полет. О, а тут-то ничего и нету. Блин, беда какая-то. Ну ладно, давай вылазим тогда с машины. Оп. Ох, как я лечу, какая лягушка летающая, квакушка. Оп, у меня есть парашют. Я на этом парашюте сейчас вернусь на раму. А-а-а, я вернусь на раму сейчас. Ай, елки-палки. Так. Запасной парашют. У меня должен быть запасной парашют. Где он? Чего не открывается, гад? Ё-моё. Это было жестковатое немножко приземленица, но ничего страшного. Друган, все? Тебе нужна была лягушка? Квакушка. Оп, давай, садись, запрыгивай. Запрыгивай, друг, давай, давай. Сейчас я тебе покажу, как надо было здесь ездить. Оп. Че ты, стесняешься, что ли? Давай, садись, говорю. Во, еле уселся, а. Ну все, разгоняемся. Сейчас будем летать. Сейчас будем летать. Ты готов? Я смотрю, у тебя башка торчит. Но может, из твоей башки все у нас не получалось. Оба! Оп, оп, полетели. Отлично. Отлично, у нас почти получилось с тобой. Ё-моё, да ёлки, ты чё ж так не пол... Как-то непруха прям. О, музыка. Музыкальная сопровожденница. Отлично. Так, кручу-верчу роль, запутать хочу. Давай, разгоняемся. Вот сюда прям приземлимся. Обсерватория нас ждет. Давай, вот, вот, я уже почти научился управлять. Нет, вот, почти на дорогу. Так, давай. Так, прыгать. Что-то нас как-то присосало, блин, к поверхности земли. Просто так классно. Может, ты, Бендер, тяжелый, слушай, ты создаешь какую-то гравитационный какой-то вакуум, что, блин, мы не можем теперь взлететь. Странно. Крайне странно. Да? Тетя? Ух ты, ё-моё, уворачиваемся. Давай-давай-давай, гоночка, гоночка. Блин, мы вообще взлететь не можем, какая-то фигня. Что-то подпрыгнуть-то мы можем где-нибудь? Давай вот здесь. Вообще прыгать не можем. Вот это специальная машина, присоска. Самая неправильная машинка в мире. Ну, вот здесь вот, сейчас. Прыгаем. Вообще, смотрите, вообще не прыгаем. Машина присоска. Чуть-чуть. Такой разгон был. То есть мы должны были лететь, это реально. Мы так оп, перепрыгнули. И все. Оп-оп. Мне вообще классная машина. Мне она так нравится. Как он грабанем, что ли, тогда поедет? Машина присоска. Да? Оп. Оп. Оба.
Как мы умеем, а? Ну-ка, и она и назад могёт. Вот это да, вот это необычная машина. Вообще не прыгает. Даже когда она должна лететь, она просто скачет и все. Ну-ка, от первого лица с ним сделаем. Ну-ка, как это от первого лица выглядит? На кочках, наверное, трясет жутко, да? Ё-моё! Тут от первого лица полетали, да уж. Нет, это была плохая идея. От первого лица делать. Бля, смотри, мы машину пополам сломали. Надо ехать в мастерскую ее починить. Давай, Бондаруська! Все, поехали чинить машину. Тут бедная несчастная. Ну давай садись быстрее. Ну что ты такой неповоротливый-то? Ё-моё! Бендер, давай! Чего ты тут танцуешь так, чика-чика-пуга? Давай, 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 давай. Да садись ты уже быстрее, а. Садись. Я сейчас без тебя уеду. Слушай. Едем чиниться. Так, так, так. Вот починочный центр. Он нас ждал. Я уверен. Опа. Давай, давай. Перед носом прям закрываетесь. Оп, я приехал тачку чинить. Давай быстрее чини меня вообще. Я хочу быть самой продвинутой тачкой в мире. Ремонт $194. Всего-то? $194. Ради этого нам было сюда ехать. Но все равно нас как-то прибыли. У нас фары не работают. Могли бы хотя бы фары нам починить, что ли? Тормоз работает, а света нет. Да уж. Ну что, едем грабить магазин? Так, давайте чуваков отправим. Так, ребята, нифига себе, что такое? Машинка, ты че меня? Окей, ну-ка давай, сражаться будем, а? На! Правильно, давай, Бендер, струляй их. Оба! Вот это, Бендер, ты красава. Чуваков пополам просто разрывает. Вот это вот наш метод вообще. Красава. Ой, Бендер, какой ты у нас неповоротливый. Сейчас магазинчик сейчас выберем на карте. Открываем карту. Какой-нибудь магазинчик нам, пожалуйста. Вот этот подойдет. Нормально. Так, я уже вижу этот магазинчик. Сейчас нам надо найти съезд. Так, мы сильно долго дорожку искать не будем. Прям. Ты что делаешь, грузовик? Я тебя сейчас пукан разорву. Ты что? Сейчас вот... Где моя... Вот это вот моя лепинка. На. Ё-моё, вы смотрите, как он. Ты чё? Сильно быстрый, что ли, а? Да чё я промахиваюсь с этой липухами? О! Всё. Всё, будет знать в следующий раз, как на нашего Бендера и лягушонка. Я зеленая лягушка. Я местный пацанчик. Да, мне надо вот сюда в магазинчик ехать. Будем его сейчас грабить. Машину надо здесь вот сзади поставить, чтобы она внимание не привлекала. Все. Отлично. Все. Мы с тобой на задании. Полиция. Что мы? Ну, давайте сами грабанем, короче. Партнера ждать. Давай сюда деньги быстро. Быстрее. Все банки я сейчас прошибу. Вообще нищим будешь. Быстрее. Оп. Денежка. Собака. Блин, собака покусать может. Она лягушек не любит, точно я говорю. Ай-яй-яй-яй, я вам сажусь в машинку, все. Я в машинке. Резко ты залазишь. Бендер, давай, не тормози. Бендер, да неужели ты научился садиться, а? Я просто не верю своему счастью. Он научился садиться в машинку, а? Вот ты ее, давай, все, уходим. Блин, что-то у нас с машиной плохо. Какая-то ерунда творится. Она что-то перестала присасываться к земле. О, хотя нет, нормально. Нормально, нормально. Антигравитационная точила уходит из пустыни. Блин, это в мозге реально можно выйти. Даже если ты лягушка, у тебя такая...
мозговая деятельность не очень активная, все равно все это. Ё-моё, он какую-то тетку завалил. Ну, извини, тетя, я не хочу. Все, будем вот здесь. А вон наша трасса, кстати. Блин, застряли, все. Пипец. Все, выходим, выходим, все, бросаем тачку. Она уже, короче, паленая. Все, вот сюда садимся. Оп. Эта машина, конечно, не будет так антигравитационно ездить, как хотелось бы. Все, а мы ушли от полиции. Садись. Вот это вот команда у нас. Суперская. Ну, что же, дорогие друзья, я думаю, это был шедевральный просто выпуск. Давно мы с вами не играли в GTA 5, но мне это все равно очень дело нравится. Я вообще как-то планомерно YouTube загибает мой канал, не запускает туда пользователей, отписывает людей, короче, все жестко, колокольчик даже от всех отписал. То есть ни один мой пользователь практически не получает уведомления о том, что у меня вышла новая серия. Поэтому давайте, мне ваша поддержка очень нужна. Переподпишитесь на каналчик, нажмите на колокольчик, чтобы активировать уведомления о новых сериях. Но я постараюсь их делать почаще, тем более, если вам это дело будет нравиться. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч на канале Железное Сердце.